На улице Целинной праздник. Сегодня дорожники уложили последние метры асфальта. По такому случаю шашлык и слова благодарности от местных жителей, которых ждали новой дороги почти 5 лет. Мы так долго это ждали, потому что замучились. За 4-5 год, можно сказать, детей в школу, в садик. То не знаю, что, как их отвезти. Так рады, что наконец-то у нас есть дорога. Еще полгода назад по улице Целина из-за бездорожья был отменен общественный транспорт и повысились тарифы на такси. Сегодня все это в прошлом. Теперь здесь уложено 2,5 километра качественного асфальтового покрытия. Спокойно проезжаешь, без ямок. Сохраняется и автомобиль, и все. Еще если автобус пустят, еще лучше будет. Ремонт дороги на отдаленной улице Барановского сельского округа стал возможен благодаря краевому финансированию и личной инициативе главы города. Начался он прошлым летом, когда мы с комиссией объехали и сделали заявку на краевое финансирование. Но оно было бы невозможно, конечно, без того, что глава города лоббировал этот вопрос. И с небольшими деньгами местного бюджета дорога была сделана. Чтобы местные жители смогли как можно скорее проехать по ровной дороге, рабочим приходилось трудиться порой сутками. 25 специалистов и 10 единиц техники ежедневно работали на улице Целинной. Участок этой дороги по улице Целинной достаточно сложный, потому что дорога не широкая, узкая. Работы проводились при повышенной стесненности. Очень много вопросов было связано с просадками. Нам пришлось поднимать дорожное полотно, рыть на глубину 80 метров, отсыпать, уплотнять это все. С этим практически справились. Теперь, гарантируют дорожники, жители Целина о бездорожье забудут как минимум на 15 лет. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.